просто постоянно перекрасьте. Вот знаешь, когда у меня были нормальные волосы, не обломленные, ну ты видел блонд, так. Когда они были длиннючие, это было красиво. Если даже сейчас брюнетку перекрасишься, это будет не очень, потому что волосы все обломились. Их только вот надо нарастить немножко и перекрасить. Тогда будет красиво. Алло, какая-то пара. Она, лови. Спасибо, друзья, спасибо, спасибо. Артем скучает по Крис, да. Да, Артем скучает по Крис, это правда. Ну, не знаю, насчет скучает, мне кажется, он пока там с Димой и я. Ну, они в тренажерке, это понятно. Привет, друзья, привет. У Женьки с Настей все хорошо. Уж у кого, у них точно все классно. Мне вот такие вот пишут гадости, вот что-то типа вот такого вот. Ну, типа я страшилище, понимаешь? А, они красавицы. Смотри, что пишут мои ребята. Андриана хорошая девушка, Сережа отвратительно. С ней поступила и вышла. Видишь, что? Почему люди такой тупые? А у меня вот просто вот зайти ко мне на страницу и комментарии починать. Там просто жесть, ни одного нормального комментария. Ну, у меня публика самая лучшая, пора это признать. Друзья, у меня, мне кажется, просто на мне уже хайп какой-то делает, знаешь, лишь бы засветиться где-нибудь. Ну, ладно. И написывают меня. Смотри, что мои ребята пишут. Пора к сезону готовиться, а не под... У меня еще есть время, к сезону готовиться. Это, да, это тренер мой пишет. Это самый лучший тренер, который может быть вообще на свете, не побоюсь этого слова. А дядь Володь, низкий вам поклон. Если бы не вы, я бы уже бы спекся. Увидела тебя и сразу вспомнила твою маму. Да, мы с мамой похожи. Спасибо огромное. Женя, бывшая, а Юля, придет на проект. Не нет, с папой нет. Да куда там папа? Нет, дай бог ему здоровья. Спасибо, друзья, спасибо за комплименты. Я жду тебя, я помню, Красавчик. Спасибо, ребята, спасибо. Привет, привет, привет. Ромашова в порядке, ребята. Ромашова вообще огонь. Спасибо, спасибо, друзья, спасибо, искренне приятно. Дядь Володь, вы сами все знаете прекрасно. Яна Викторовна, ночью доброй, рад вас видеть. Как бы там ни было, но правда рад. Красивая пара, Руслана Арканова, классная, идеальная пара, совет любой вашей паре, браво. Рус, Андриана, кажется, достойной девочки, друг, присмотрись. Не, ну Андриана классная, да, но мы не пара. Ты где там шастаешь вообще? Жарко ей. Руслан, кто твой типаж на проекте? Вообще, друзья, это... Ну, мне, моего типажа на проекте нету. Буду с вами откровенен. Буду с вами, Артурчик, привет. Артурчик, привет. А что Петь Шел не заходит? Пусть это самое, передать привет. Я знаю, что вы там делаете, паразиты. Вы мне всех ребят распугаете. Каких всех ребят? Так что привет всем, кто подключается. Привет, друзья, привет. Всех рад видеть. Санька, привет, дорогой. Привет, привет. Тебе отдельный привет, Саш. Как дела у Нади с Даниэлем после знакомства? Все хорошо, все хорошо. Наде очень понравились родители, все хорошо. А почему Руслан? Немножко не понял вопроса. Перефразируйте, пожалуйста, отвечу с удовольствием. Привет, привет. Привет, ребят, кто подключается. Давно мы в эфире не были. Какой у тебя типаж? Я люблю... Блин, как вам сказать? У меня типаж... Он меня любит. Вообще... Перебиваешь меня. Вообще я люблю... Вообще, честно, люблю темненьких. Это, наверное, такое самое главное. Такая, и знаете, такой лисичий взгляд, чтобы был. Вот, ну, а так как-то так. Машка, привет. Какой Санька самый важный зашел? Артурчик, привет, дорогой. Отцу все сказал уже. Машка, привет. Ребята, привет, привет. Всем спасибо, кто подключается. Всем спасибо, кто смотрит. Привет, друзья. Типаж Кристина. Так приятно видеть тебя в эфире. Благодарю. Спасибо, спасибо. Вадимыч в своем репертуаре, сестренка, как обычно. Юлич, я не игнорю. Я тебя не игнорю. Я вообще никого не игнорю, воспитание не позволяет. А почему ты так думаешь, Андриана не твой вариант? Не, почему? Я не сказал, что Андриана не мой вариант. Это она выпендривается, все. Андриана. А я как говорю? Это Андриана. Что, женщина сатанела? Я всегда твое имя правильно выговариваю. Ладно, что придраться нельзя. Андриана, красься в темный и рисуй лисий взгляд на глаза. Вот, это, ну, достойные люди тебе не говорят. Не буду я ради кого-то там что-то делать.
Слышали? Мне слышали, просто друзья? Раздражает то, что когда я сама это хочу сделать, мне начинают об этом говорить, и я ощущение, как будто меня заставляют. Не люблю так. Я вообще тебе ничего не заставляю. Ну, это все. А малому Николаев привет. Привет, привет, Яромирчик. Привет, дорогой. Привет, друзья, всем, кто подключается. Артем признался Крис в любви. Крис сказала, что она почти его полюбила, друзья. Вот слово «почти» здесь определяющее. Тёма признался. О, Тёма уже давно признался, друзья. Лиз, привет. Передай мне, пожалуйста, привет. Ольга, привет. Ольга, привет. Сережа, привет. Да, с вами согласен, друзья. А кто ты по знаку? Я рыбка. 22 февраля у меня день рождения. Что, женщина, какие линзы? Ну, сатанела. Сатанела вообще. Нет, правда, это мои глаза, линзы. У меня есть зрение единичка. Ту-ту-ту. Расскажите свои самые заветные мечты. Ой, хороший вопрос, друзья. Моя мечта... Блин, моя мечта, наверное, как бы она банально не звучала, моя мечта... Помолодеть. Что? Помолодеть, говорит. Моя мечта, наверное, чтобы мои родные, близкие, знакомые жили вечно. Пусть это будет смешно, пусть это будет красноречиво, но это правда. Да, у меня, ну, у меня... Что у меня мечта? У меня все есть, что мне нужно. Поэтому... Только девушки у меня нет. Наверное... Нет, нет, я поправлюсь, друзья. Моя мечта – это семья и ребеночек. Как даст Бог, будет два. Это правда, да. Я извиняюсь, я поправился. За место в составе надо будет поработать тебе. Я не уступлю. Ну, Яромирчик, тут вопросов как бы нет. Ну, номер один ты знаешь, кто в воротах. Поэтому при всем моем уважении к тебе, я думаю, ты все понимаешь. Верите, что Крис и Артем... Да, ребята, Крис с Артемом будут вместе. Как бы они ни ругались, они будут вместе. Это я вам обещаю. Привет, друзья, всем привет. Алина, понятно, цвет глаз супер, прям завораживает. Спасибо, спасибо, очень приятно. Мне тоже передай привет, 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 привет. Я тоже рыбка. Рыбка, привет. Рыбка, очень рад видеть. А ты помнишь, кто я? Нет, у меня память, как у рыбки, я же говорю, я рыбка. Знаешь, подожди, стой, а кто ты? А кто? В смысле? Я человек. Ну, кто ты по знаку зодиака? Дева. Смотритесь гармонично, думаю, и общаетесь очень послушать? Хорошо. Ты слушай, я тебе еще читаю. Я пара у вас будет одна из лучших на проекте. Спасибо, друзья. Ну, а что ты? Мертвая пара 2. Ну, по поводу мертвой, это Адеева приколы. Лешка у нас приколист, поэтому... Я два раза написала «Привет из Махачкалы, вы меня...» Нет, я не игнорю, я прошу прощения. Махачкала, привет. Я, может быть, что-то не увидел, поэтому поймите правильно, я никого не игнорю. Как думаешь, что у меня в руке? Понятия не имею, что-то в этой. Ну, угадай. И в какой? Я не знаю, вот в этой. Нет, понятно. Нет, давай тогда угадай. Я не знаю, что у тебя. Значит, что там? Например? Сейчас, друзья, одну секунду, я все прочитаю. Сейчас угадай, что у меня в руке. Жвачка. Нет. Ну что, не знаю. Спрашиваю вопрос, с чем это связано? С чем связано это? Сейчас, друзья, одну секунду, я на все вам отвечу, простите за детский сад. Ну, давай, показывай, что там. Ну, так неинтересно. Ладно, подсказка, но это жесткая подсказка. Итак. С чем связан проект, с чем связан? С любовью. Угу, и что мне в руке? Сердечко мне? Да. Ты что, сатанела, видали? Он в стуле торчал. Я в кармашку. Я все равно в кармашку положу. Ладно. Так, давай ответим на вопрос ребятам. Семьи хорошей тебе. Спасибо огромное. Так, поехали, друзья, сейчас буду отвечать. Так, Махачкале привет я передал. Мечты сбываются. Да, мечты свойственны мечтам сбываться. Почему не Аркана? А кто такая Аркана, ребят? Я вот не понимаю, это честно. Это участница, что ли? Не, не знаю, я не знаю, ребят, честно. С кем мы с мужем ждем тебя. У нас Палермо. Я помню, Юлька, я помню. А что ты в эфире? А где я должен быть? В эфире. Кто выиграл маленьких? Ребят, не могу вам сказать, поймите правильно. Всему свое это время. Это было очень интересно и смешно. Это было очень смешно, да. Вы посмотрите, но я подтвердил свой статус футболиста. Вы через неделю посмотрите. Ну, да, я думаю, что вы понятно. Номер один – это Селихов. Селихов, господи, Яромир. Ну, ладно, дядя Вова, ему простительно. Ну, какой Селихов? Номер один – это Гилерми. Начнем с этого. Марината Гилерми. Ты так, не знаешь, я, кто да, это. Да, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Ты такой добрый из парней самый...
Сережа, привет, Тосно. Тебе Крис подходит. Много кто так говорят. Но она с Тёмкой встречается. Тёмка мой друг. Совет да любовь. Руслан и Аркана. Андриана пишут это. Я, видишь, допёр только. Ну, это, видимо, ошибка. Спасибо, друзья. Питер все равно лучше. Питер, Питер номер один, друзья, да. Питер номер один, согласен. Согласен, спасибо огромное. Да вам спасибо, друзья, что смотрите. Привет из Финляндии. Финляндия, привет. Тосно не игнорю, Тосно привет, Сережа, я же сказал. Хотя нет, Тосно я игнорю, Тосно я не очень люблю. Сережа, привет, дорогой. Ясно, ну, Вадимова в своем репертуаре. Ну вот, Санька красавчик. Возраста сейчас идет. Не было бы Леша, было бы скучно. Это твоя самая лучшая девочка это Адриана. Ариана теперь. Ну, люди просто ладно, это ладно, исполняет нормально. Так, да. Ну, Санька, Аркана, привет. Аркана неплохо, конечно. Лиз, больше лайки ему не ставим. Вадимова, приеду в Тосно, придушу. Да ладно, ну что, может, все возможно. Да у них нет такой симпатии друг другу. Скучаешь по Бену? Ой, хороший вопрос. Ой, мы скучаем. Да, друзья, Бенчик, он... Я не знаю, как он вел себя до моего прихода, но Бенчик прям, да, Бенчик очень хороший. Веселый. Я его, кстати, в Питер тащу, и он скоро будет в городе Санкт-Петербург. Я, правда, не знаю, что он там будет делать, но Бенчик это прям... Вот прям очень хороший человек. Ну, понятно, Рус смешно про Гилю. Это мы пообщаемся при встрече, друзья. Начнется сезон, это ладно, это наша футбольная тема, друзья, не обращайте внимания. Рус, ничего страшного, что мы у тебя в комментариях переписываем. Нет, Вадимыч, тебе можно все, что было в конкурсе за малинки. Друзья, я бы с удовольствием вам рассказал, но мне дадут по шее. Сами понимаете, почему. В принципе, как бы все. Киселева, Ирка, привет. Свози Андриану в Питер. Покажи наш лучший город на всю красоту. Надо дождаться лета, развод мостов. Да куда она поедет? Я вас умоляю, никуда она не поедет. Что ты взял? А ты любишь команду «Зенит»? Лето, до лета еще дожить надо. Так что тут осталось, господи? Честно скажу вам, «Зенит», я, друзья, поймите меня правильно, я скажу вам правду. Я, в принципе, честный человек. «Зенит» я не люблю. Я люблю только футбольный клуб «Локомотив Москва». Ну вот, ну, зато честно. Ни «Зенит», ни «Спартак». «Спартак» я вообще ненавижу. Да, сейчас дядя Вова, господи, устроит мне тренер «Спартак». Сережа, спасибо, родной. А правда, что малинки выиграла Настя? В свое время... А, Настя, если Настя Ренашвили, да, вы правы. Да, нет, сегодня Бигрина как раз было. Ну, Бигрина Настя давно, да. За ПРК не хочешь подвигаться? Марик, ну ты ответ знаешь про поводу Миньки. Добрый вечер, Рус. Тёмка, привет, барбер, привет, лучший барбер. Так, что там у Насти Ренашвили? Она с кем? Настя, к сожалению, ни с кем, друзья. Настя ни с кем. Мишанька Примаров, привет. Вы красивая пара. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, здорово, Миха, Мара, понятно. Дед Адеев скоро будет ведущим. Кстати, ходят такие слухи. Да он сам об этом говорит. Да, да, да. Ну, Мишанька, понятно, Мишанька в своем стиле. Зря столько лет на проекте был. Мишанька, как сыграли, говорит, в эфире сегодня? Ну, Мишаня это уникальный, ты не знаешь Миху. Это Мишанька Дудкин, это уникальный человек, я его обожаю. Я с ним вообще вот с таких лет знаком. Привет из Магадана. Вау, Магадан, привет. 11-4 выиграл. Адеев мутит тема просто... Приветик, привет, привет, друзья. Подождите, давай пообщаемся с друзьями.
Руслан, в какой команде играешь и за какой город? Я играю в Санкт-Петербурге, друзья. За какой команде? Хорошо. Это конфиденциальная информация. Прошу прощения. Ребята не любят распространяться. Так, что у тебя за татуировка на шее? Татуировка это, ну, такая наподобие, как у Тимати. Здесь моя фамилия Перов и крыло. Ну, я думаю, вы сами прекрасно все понимаете. Кстати, хороший вопрос. Спасибо, друзья. Люблю, когда про татуировки спрашивают. Почему разошлись в самых долгих отношениях? Ребят, если честно, мне бы не очень хотелось говорить про прошлые отношения. Они немножко были больнючие. И... Нет, нет. О, давно уже не говорили. Отстань своим Назаром. Да, мы тут прикольнуться хотим. Отстань. Ой, и, ну, такое себе про прошлое. Ну, просто разошлись, но интересы все-таки разные. Так скажем, но... Такое себе. Поэтому, простите. Локомотив тоже тема. Во, золотые слова. Вперед идет Локомотив. Что-то рядом за девчуля. Что за девчуля рядом? Адриана это девчуля. Бывшая девочка Сергея. Бывших не бывает. Бывшие бывают. Так, Адриана верно говорит. Адеев, подросток проблем. Ну да, да, согласен. Кстати, у мужиков после 40 все такое бывает. Гараж не нужен, говорит. Ты с кем общаешься? С Андрианой. Я с... Это Андриана, да. Вот, покажись в камеру. Юлька, Юлька, Юлька. Здравствуйте. О, мне так светится этот нос, лоб. Яромирович, ну про Спартак ты сам все знаешь, мое отношение. Давайте все по косарю скинемся мне на днюху. Вадимыч, я забыл, у тебя же днюха. Господи, как быстро время летит. Я не в паре, друзья, у меня пары нету. У Опеченко, да, у Аленки появился молодой человек, очень хороший. Скоро в эфирах вы посмотрите. Очень хороший парень. Так, я прямо в эфире кого-то у него была, говорил, что буду ведущим. Так, а ты, Руслан, супер парень. Благодарю вас, друзья, спасибо, мне правда очень приятно. Мне правда очень приятно. Привет, 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 друзья. Смайлик обратил внимание. Так, а сколько всего татуировок? Ой, штук 19, друзья, штук 19 где-то. Ну да, 18-19 где-то так. Нет, Аленка на Артема не думаю, что будет вешаться, потому что у нее очень хороший молодой человек, очень воспитанный, тоже очень хороший парень, друзья. Посмотрите в понедельник. Не один эфир. Ну, Ирыч, что, ну уж как будешь, я в тебе не удивлен в хорошем смысле этого слова. Думаю, мы найдем общий язык, я в футболе хорошо разбираюсь. Да, да мы и без футбола нашли бы общий язык. Батя вышел, не слышал это. Но, Яромир, самое главное, ты слышишь. Спартак, это, я бы сказал, при всем моем уважении к тебе, но номер один это футбольный клуб «Локомотив Москва». Так, привет, друзья, привет, привет. Ты очень правильный, хороший парень. Руслан, присмотрись к Андриане, вы правда будете хорошей парой. Видно, что у вас контакт, понимание. Так, 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 приятно. Благодарю, друзья, спасибо. Всем огромное спасибо, кто пишет теплые слова. Очень приятно, ребят, правда, искренне. В Липецк в гости, буду рада. Спасибо за приглашение. В Липецке, кстати, где-где не был. Вот, честное слово. Я, ну, хорошо, друзья, я в порядке, спасибо. Не в полном, но в порядке. Кем раньше работал? Я, друзья, ну как вам сказать, официально я не работал вообще. Я зарабатывал, но не работал так, чтобы. Женька, привет, дорогой. Да, все хорошо, Снеж. Все хорошо, спасибо. Красивые глаза. Благодарю, благодарю. А если бы не было Артема, ты пригляделся, Крис? Просто интересно. Вы знаете, очень много, я как выставил фотографию с Кристиной, очень много мне кто написал по поводу «хорошо смотритесь» и так далее и тому подобное. А если бы, друзья, не было бы Тёмы, я вам не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну, сами понимаете, Тёма, я с Тёмой дружу, такое представить возможно, конечно, но не знаю, может быть, да, пригляделся бы, скажу честно. Моей подруге Насте 21 татуировка, сильно, сильно, сильно. Ты на Крис в эфирах влюбленно смотришь. А, друзья, скажу вам честно, я на Крис, мы, кстати, друг на друга не подписаны, и я не видел ее прямые эфиры. А, вы имеете в виду в эфирах? Прошу прощения, недопонял. Нет, друзья, вы ошибаетесь, честно. Честное слово.
Родня у Андрианы. Не видел, кстати, я уезжал в Санкт-Петербург, друзья, я Андриану маму, сестру не видел. Руся, ну, материться не надо, Мар, ты что? Лунную походку. Лунную походку вы увидите, друзья, от меня чуть-чуть позже. Да, Руся сам не разбирается. Мишань, понятно, Мишанька как в своем стиле. Руслан один, да, я пока один, друзья. К сожалению, это факт. Кто больше любит в паре, Артем или Крис? Ну, пока Крис Артему не призналась, пока только Темка. Но ведь футбол ты любишь очень, и это главное. Да, без футбола я жить не могу, друзья, это факт. Лучше Бэби Фриз. Нет, Бэби Фриз, Вадимыч, это по твоей теме. Хоть я тоже это умею. Лиз, никто вас не забанит. Мара, лайк, приезжай в Норильск. А, в Норильске тоже не был. Не был, друзья. Артем очень ревновал. Ну, да, было такое, было. Было, было, да. Тут что есть, то есть. Сейчас нет. С Эшелами пока пауза, друзья. Как там Женя и Настя? Женька с Настей хорошо. Я думаю, что они лучше всех. Нет, Сереж, я не забыл ни про кого и такой привычки не имею. Ты очень клево танцуешь. Почему не участвуешь в сценках? Ты клевый, очень тебе мало в эфирах. Я уезжал, друзья, в Питер на 2-3 дня, поэтому сейчас, которые эфиры идут с опозданием, поэтому они без меня. А по поводу танцев, да, спасибо, занимался в свое время. Где выхлоп ставил? Да не забыл я, Мишань, выхлоп я помню, где ставил прекрасный. Сережу и тебя-то. Тебя-то уж, Мишанька, я в первых числах помню. А у вас... Да мы внешне, да, многие по поводу меня и Женьки Ромашова писали, что мы вообще родные братья с ним. Хотя оба Санкт-Петербурга. Но что-то есть, да, мне мама моя тоже говорит, что мы похожи. Нет, нет, друзья, нет, с проекта нет. Как относишься к Яне Захаровой? Ну, по поводу пары, друзья, вы, конечно, загнули. А Янка, ну, конечно, есть у меня с ней разногласия. Нет, но Янка крутая. Янка, она правдорубка. Вот что Алена, что Янка, они прям такие. Ничего, встретишь свою девушку. Дай бог, спасибо, друзья, дай бог. За периметром есть симпатия, скажу честно. В периметре нету. Спасибочки. Вадимова в своем стиле. Приезжаю в Алматы. Алмата, привет. В Алмате, кстати, вот куда-куда, в Алматы очень хочу приехать. На самом деле не шучу, правду говорю. Ты ревнивый? Да, ребят, я ревнивый, я собственник. Это правда. Владикавказ, привет. Привет, Владикавказ. С удовольствием. Привет, привет. Сережа, ну, в своем стиле, никто не забывался. Нет, Полина не с Дангом. Мне кажется, что Крис тебе нравится. Ну, нет, как человек, да, конечно, а как девушка, нет. Потому она мне не может нравиться как девушка, потому что она с Артемом. Мне воспитание не позволит. И мужские понятия, это правда, друзья. Е60, 550, легенда. Да, Саня, помнишь. Все помнишь. Вот там выхлоп, ну, выхлоп на Иксе был немножко посерьезнее с отстрелами. И в этом плане я тоже много вложил. Да не гони ты в Тосно был. Мишань, ну, хватит, братух. Ты в своем стиле. Приеду, поболтаем, как говорится, в хорошем смысле. Так, да, да, Яна Садеевым что-то... Я, правда, не знаю, насколько это правда, но что-то, дай бог, было бы хорошо. Как мама отнеслась к тому, что ты попал на Дом-2? Скажу честно, мама сначала была так немножко... против, а потом нормально, уже довольно улыбается, сидит, смотрит эфиры. Ну, все как есть. В Тосно, когда Атома с супругом пропустили встречу со звездой. Вот, кстати, это, наверное, к Шелу вопросы, потому что я надеялся, что Тёма скажет. Ну, звезда это, Полиноч, ты загнула уже, конечно. Я думаю, что если, дай бог, все будет хорошо, нас на Новый год отпустят, то, ну, не знаю, друзья. Я думаю, что появлюсь, обязательно вам про это скажу, почему расстался с последней девушкой. А, друзья, при всем моем уважении к вам, не очень бы хотел говорить про прошлые отношения. Прошу прощения за это, но такая себе история. Приведи себе девушку. Идея хорошая, скажу честно, но как будет, так и будет. Данг забрал телефон, да. Да, Данг забрал телефон. Как считаешь, Артем дождется? Конечно, дождется, сразу вам скажу. Никаких провокаций не будет. Иди сюда, быстро. Я все еще жду тебя в Новосибирске. Короче, я крашусь в брюнетку, а ты в блондину, давай. Ну ты представь, как я буду выглядеть блондином. Огонь, ты молодеешь зато. Помолодеешь, говорю, а что, я старый? Ты?
Нет. Это была Андриана, друзья. Так, а прийти к тебе хочет эта девушка, которая симпатия есть. Да, да, что правда, то правда. Если приедешь, я тебе наши горы покажу. А горы? Горы люблю, да. Ну, да. Это Кавказ, хорошая песня, кстати. Да, да. То есть я на Финике было все плохо. Нет, Сереж, лезгинка тоже, кстати, у меня это цвет. Да? Фу, обижаешь. Нет, серенький, к тебе вообще вопросов нет. У тебя все четко с работой и в плане человечности. С Назаром все хорошо, друзья. Ну, мы его сейчас пугать, кстати, будем. Назара? Да. А ты был, когда я воду его плевал? Ну, я слышал, я спал в этот момент. Все хорошо, друзья, правда. Пока-пока, друзья, пока-пока-пока. Яромирчик, пока. Ты хороший парень, и маме приятно, что делаю. Да, спасибо, спасибо огромное. Знала бабушку твою, маму, характер у них огонь. Ну да, мама у меня такая, спасибо большое. Крис боится потерять Артема. И как? Ну, конечно, Крис огромная, но у нее симпатия к Теме, это видно. Я сейчас не в отношениях, нет. Меня Андриана педалит, вообще конкретно педалит. Ну, сами понимаете. Педалит. Сколько платят на дом 2? Ребят, ну, не могу ответить на такой вопрос, поймите правильно. Ты бы забрал подаренный телефон у девушки? Ну, я бы нет, я никогда не забирал подаренное. Ну, сколько людей, столько и мнений, как говорится. Мне 29, друзья. Станцую лесгинку сейчас. Нет, ну сейчас не сейчас такое себе настроение. Прям на столе. Так, засанный, это надо было его в спячку отправить. Это все в эфирах, друзья, посмотрите. Там так и было, если честно. Так, Сережа, это правда. Назар такой смешной. Ну, Насик хороший парень. Насик. Просто ему надо было освоиться. Нет, нет, все нормально, друзья, правда. С днем, кто сегодня выиграл в малинках? Друзья, в эфире все увидите. Ответил бы, но не могу. Так, пригласив тосно. Так, общаюсь, а тут внимание. Почему я не обращаю внимания? Я на тебя обращаю внимание. И я тебе отвечал уже на вопросы. Не надо наговаривать на меня. Поцелуй Андриану, вы сим... Ну, ты куда она? Рано, я не дам. Это что, она, главное, не даст, да? То, что я не буду целовать, она... Ну, понятно все. Уходи отсюда. Ладно, шучу. Почему так редко выходишь? Можно, друзья, почаще. Все, буду почаще. Благодарю за совет. Хороший. Благодарю, спасибо. У жены день рождения. А, Сереж, напомни, как жену зовут. Я забыл. После Финика, как покатали, забыл. Так. Я не задавала вопросы, чтобы на них отвечать. Но я на тебя обращаю внимание, не сочиняй. Как пришла в голову идея прийти на проект? Да честно, ну, ребят, я в отпуске, и стало скучно просто. И меня пригласила Алена Опенченко, поэтому я здесь. Розовый, вкусный такой коктейль. Не скажи мне. Ну, сейчас, друзья, сейчас. Апероль, во. Апероль вообще пушка. Да, апероль прикольный. Как ты думаешь, Женя с Настей дойдет до свадьбы? Дай бог, хотелось бы. Легко ли попасть на дом 2? Ну, кому как, ребят. Кому как, да. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Но, в принципе, легко в этой жизни ничего не бывает. Как успехи у Андрианы и Сергея, выгоняет или успокоилась? Ответь, посмотри. Конечно, выгоняю. Я на своей цели не останавливаюсь. Если я сказала, что я буду выгонять, значит, буду. Не хочу отказываться как-то от своих слов. Как-то так, друзья. Я не он, который слова постоянно возвращает обратно. Завтра будет прямой эфир. Да, друзья, если вы хотите, с удовольствием. С удовольствием. Я понимаю, что надо выходить почаще, и в прямом эфире я давно не был, поэтому... А ты такой кол-то налей, пожалуйста. Пожалуйста. Ты глаза свои видела вообще? Нормально у меня глаза. Лживые. Ты чего ли они лживые? Ты, блин, прикол. Ну, это... Нравится Андриана, рассматриваешь ее. Меня спрашивают вопрос. Да, она, посмотри, куда? Она вся в Сереге, по уши. Да ладно. Ну, конечно. Я его тут погоняю. Да. Ради тебя вообще-то, чтобы тебя не выгнали. Да меня и так не выгонят. Откуда ты знаешь? А если... Ну, заговор. Ну, заговор, как суждено, так и будет. Не, насчет того, что типа я заговор
против Сергея собирала. Я ничего не собирала, спасибо, я тебе в открытую красивые, говорила. За красивые глаза спасибо. Она, ну, вот она хочет выгнать Сережу. Ну, как посмотрите. Ну, не то, что я стараюсь вообще внимания не обращать. Похоронили Мишку сегодня. Не понял, ребят, про какого Мишку? Как отреагировала твоя команда на то, что ты ушел? А, позитивно, позитивно. У меня сейчас в межсезонье, поэтому они так отреагировали с позитивом, но вопросики по мне будут, я чувствую, ого-го какие. А можно поподробнее о симпатии за периметром? Ну, поподробнее пока нельзя, друзья, но интрижку-то надо сохранить, сами понимаете. Так, Андриана, как тебе стриптизер? Андриана, как тебе стриптизер? Тебя спрашивают. Блин. Брюнетки. Че брюнетки? Мне нравятся больше брюнетки. Нет. А чего трогаешь волосы мои? Показываю волосы твои. А стриптизер, не знаю, как бы... Я не люблю, короче, мужиков чужих трогать. Короче, я не люблю, как бы, чужих мужиков трогать, но пришлось подыграть. Типа, огонь, круто. А ты что, других мужиков трогала? Ну, я когда с ним танцевала, короче, он так ручки брал свои и, типа, вот так по телу. Блин, он... 63 было ему? В смысле? Ну, ты говорил, он старый. Нет, 63 он бы и не станцевал. Ну, слышите, хотя бы, да, что говорит? Нет, ему, я думаю, где-то 30 с чем-то. А, мы уже видели, как Андриана призналась, что в тебя втюрилась. И даже сейчас с тобой. Так. Ты очень хорошо. Спасибо, ребята, спасибо. Ну-ка, с этого места поподробнее. Подожди, нет, вы, может, интерпретировали это немножко по-другому. Хотя очень хорошо. Ну-ка. Глаза, смотри. Что, было такое, призналась? Нет, конечно, они придумали. Говорит, что вы придумали. А кто разъехался, кто спит? Адеев, что ли, стриптизеров был? Нет. Ну, конечно, может. Если бы Адеев, было бы прикольно. Ну, смешно. Хотелось бы увидеть, как у Руслана с юмором, как он шутит. Нет, ну, друзья, с юмором я считаю, что у меня все в порядке. Это правда. Что на твоей написано? Это самое здесь. Хамство процветает просто. Что на кисти написано «Stay true», оставаться верным самому себе. Это, в принципе, моя жизненная позиция. Точно, тебе надо довести. Надо посмотреть, какой ты в гневе. Не надо. Кто самый искренний участник на проекте для тебя? Для меня самый искренний это... Ой, хороший вопрос, друзья. Наверное, да? Ну, для меня это Тёма, да. Тёма? А из старичков? А кто из старичков? Ну, допустим, Кристина, Яна, Дейф, Надя Ермакова. Ну, Надька, кстати, да, Надька Ермакова, вот, 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 молодец. По поводу Атеева не знаю, даже но... Даже не знаю, что он живет. Так, типаж да Бигриной нравится? Нет, друзья, нет, не мое совершенно. Кто? Бигрина. Она хорошая девчонка, но не моя. Ну-ка, встаньте вместе, мы посмотрим. Ну, подойди сюда. Можно мы вставать не будем, друзья? Ну, видите, она это самое. Я стесняюсь. Она стеснительная у нас. Стесняюсь, а сама живу на камеру. Ну, всегда весело. Дева, говорю, Агажин, Джуджурик, Адеев, да. Друзья, про малинки еще раз вам повторю. Сказать не имею права, как бы я этого не хотел. Раньше эфира нельзя, друзья, нам говорить. Иначе нам по башке за это. Так, ну-ка, встаньте, типаж Бигрины, так, нарезку сделать, да, ребята, я, правда, не понимаю, какая нарезка, но можно, как Адриана будет тебя добиваться, намекни на свидание. Добиваться? Она не будет, да куда она будет, она по уши в Сергее, господи, друзья, вы же все прекрасно понимаете, что... Почему все за меня говорят вечно? Ходил когда-нибудь на мужской стриптиз? Нет, друзья, нет. Я даже о нем не говорю. Нет, не ходил, боже упаси. На мужской? Да, ребят спрашивают, ходил ли когда. Кто самый фальшивый из участников? Вот по поводу фальши, я не знаю. Ну, блин. Андриана. Да хорош ты, что-то да, тоже. Да, я вру. Ну, говорит Андриана, но хотя я так не считаю. Руслан вы с Тормашовым чем-то похожи. Да, ребят, да, согласен. Я тоже так считаю, он тоже так, кстати, считает. 63 лет, не станцевал. А на женские? На женские, ну, по-моему, где-то... Нет, я был как-то в клубе, да, и женский стриптиз был, а так нет, не ходил. Я ходил. Захарова. И на мужской, на женский? Моя симпатия на проект, не знаю, придет или нет, не могу сказать. Артем любит Крис, да.
Нет, Назар на Вентислава не похож, друзья, нет. Бигры на Негоре. Ну, Адеев у нас много чего говорит, но не знаю, ребята, нет по поводу. Так. Как кто самый фальшивый отвечал? На Новый год Алматы, друзья, спасибо, спасибо огромное. Так что как-то так, друзья мои. А вы чего не спите? Рассказывайте, кто чем занимается, что вы делаете. Сегодня же суббота у нас. Ты что, дура, плачешь, господи, ну это трек, да. Нет, ребят, я не татарин, нет. Вот, кстати, чего-чего, татарских кровей во мне нету. Ой, во мне много. Ну, понятно. Ну, ужас, говорит. Нет, нет, я не русский Вася. А я кто, знаешь? Кто? Ну, давай только честно. Честно? Да. А у меня папа казак, а мама мордвинка. А что-то фу так... Фу, в смысле, говорит. Казаки это вообще-то нормальный народ, русский. Солидно. Привет, Дим, привет, привет. До шести не спать. Мне нравятся кавказские парни. Ну, кавказцы, да, метизы. Вообще пушка. Привет, друзья, привет, привет, привет. Кто из девушек нравится на проекте? Кристина. Да хватит, что это самое, блин. Так, это самое, слухи и пойдут. Бабушка у меня азербайджанка. Бабушка, почему была? Она осталась. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, сегодня день матери. Готовимся поздравлять своих мам. Я уже поздравил, да, ребят, я уже поздравил. Так, нет, симпатии нет, друзья. Я ответил, кто самый топовый участник. Как ты думаешь, кто самый топовый участник? Ну, метис, Мишань, ну правильно, а кто? Так и есть. Ну да, но для меня это старички, там, Яна Захарова, там, ну, Адеев. Ну, не, нет, ну, Надя Ермакова, да, вот они топчик, да, вообще. Яна нет. Я тоже метис, Кадеев. Метиза, привет, так, Адеев, почему так недолюбливает Артема и лезет в их пор? Да нет, нет, у нас Леша Кадеев, он почему недолюбливает? Он, ну, хотя, может, и недолюбливает. Кого? Да, Тему с Крисом. Ну, не знаю, ребят. Нет, он просто, знаешь, он пытается выделиться своим мнением, допустим, у всех там похожие мнения на лобном, а он пытается наоборот все сказать. Ну, это же Леша. Он выделяется. Глаза совсем не кавказские. Ну, как есть, друзья. После этого эфира чувствую, будут новые интриги, симпатии, Крис. Да, ну, я тоже так чувствую, друзья. Кристина, Артем, топ. Вот, согласен, да. Вообще. Ну, я изначально хотел к ней прийти, это было, наверное, минут 15, друзья. Потом я просто не знал, что она без отношений, что за ней Тёма ухаживает. Это было, да, вы правы, это было, что правда, то правда. А как Лёшка? Ты к Алёне хотел прийти? Я сначала к Крис хотел прийти, а потом узнал, что она с Тёмой. Так и... ты с Алёной же долго общался? Я с Алёной вообще, ну, в Инстаграме, да, ну, ой, в соцсетях. Общался? Ну, недельку, да. А с Крис? С Крисом вообще не общался, в том-то и дело. Я тебе минут 10, я тебе говорю. Типа минут спасибо. 10, и потом вы переписывались с Аленой? Нет, детей нет у меня, да, да, да. А. Я думаю, ты с Аленой типа, переписывался и думал, Крис прийти. Или так и было? Андриан, не накидывай, что Кристине нравится. Согласен, согласен, а то сейчас понесется. Так, сейчас что-то... Ну, так вот, значит, нравится внешне, ну... Ты можешь мне попить налить, пожалуйста? Попросил 156 раз. Ну, пожалуйста. Вон вода. Что за женщина? Так, друзья, так. Когда увидела твой ник, подумала, что ты как раз-таки, мягко говоря, недолюбливаешь не русских. Нет, друзья, вы что? Не-не-не, я ко всем нациям хорошо отношусь. И, ну, не-не-не-не-не. Ник это не обращайте внимания. Это такая себе история. Как-то я как сделал, так и сделал. Не обращайте, друзья, внимания. Так, Артем ревнивый очень. Ну, мы все мужики ревнивые, сами понимаете. Но кто-то в меру, кто-то нет. Чтобы к ней не приходили, но я думаю, что парни пойдут на нее. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Мне кажется, не пойдет никто. Мама... Да, мама работает до сих пор. Мама до сих пор акушер-гинеколог. С
Сходи налей попить, и мы продолжим. Нет, я думаю, что Андриана нальет попить. Ну, я на это во всяком случае надеюсь. Хоть она пальцы и гнет, но я надеюсь, что нальет. Так что, друзья, я смотрю, вы тоже не спите. Никитос, привет. Пока нельзя тебя в эфир. До после завтрашнего дня. Жил как... Нет, вот, к сожалению, за границей никогда не жил, но очень хочу. Лиз, доброй ночи, дорогая. Вот за границей, да, моя мечта – это в Испании жить. Очень хочется, друзья, что правда, то правда. Все, пиццы нету больше? Сожрал. Так, друзья, так. Андриана пошла к любимому Назару. Нет, Назар мужской, Андриана пошла в женскую. Нет. Привет, Володька, привет, нет. Все уже давно разошлись, да. Кто уехал, кто спит, уже да. Надеюсь, постоянно рядом с Крис во всех историях. И сейчас Давид Назар один. И у тебя, Крис. Ну, мы просто сфотографировались. Это просто фотография. По крайней мере, за себя скажу. Это просто фотография с Кристиной. Все, мы выставляли. То самое любимое. Пара зрителей. Не понял, друзья, немножко вопроса. Прошу прощения, Андриана. Нет, Сережа у нас изолирован, так как он болеет. Сережа вообще не в мужской, естественно, не в женской. Он у нас в отдельном доме на пару дней. Все про дом спрашивают. Ну, дом, да, такая себе. Тебе норм самому? Что вы имеете в виду, друзья, по поводу тебе норм самому? Норм на проекте или норм... Кто? Немножко не понял. Доброй ночи. Так, какую девушку возле себя видишь, внешние качества? Я люблю темненьких, друзья, я люблю темненьких, и обязательно, чтобы был лисичий взгляд, вот честно говорю. И самое главное, чтобы она была честной. Вот ничего больше не хочу, главное, чтобы честная была, это для меня очень важно. За чей счет вас там кормят? За счет проекта, а кормят идеально. Да он, что-что, к руководству вообще вопросов никаких нет. У нас все прекрасно, это истина, это так и есть, друзья. И с едой уж точно, ребят, у нас проблем нету. Что Руслан играл. Так, на проекте. А что с Сергеем? Опасный для общества? Да, ребят, он не опасный для общества. Нет. Нет. Он просто такой. Он спокойный. Поэтому, может, он где-то и агрессирует. Но я бы не сказал. С новым парнем. Да, Алена с новым парнем. Парень очень хороший, добрый. В понедельник вы посмотрите на него в эфире. Он вам понравится. Зовут его... Я не знаю, можно говорить? Зовут его Никита. Так, только принеси, пожалуйста. На данный момент... Сейчас, ребята. Так, на данный момент какие ощущения от пребывания на проекте? Не скучаешь по жизни за проектом? Ну, честно, ну, конечно, скучаю, ребята. И немножко бывает такое ощущение, что я здесь заперти, но это быстро проходит. Ну, такая, знаете, меланхолия плавает. То так, то так. Какие пары смогут быть за проектом? Женька с Настей 100%. Крис с Тёмой, я думаю, тоже. Ну вот, по поводу остальных. Димка с Викой, по-любому. Ну все, вот они самые сильные, это правда. А если взгляд не лисий? Ну это решаемо, по поводу взгляда. Зарплату платят? Платят, друзья, платят. Только, естественно, не скажу сколько, я думаю, вы понимаете почему. Так, веришь ли в пару Димы и Вики? Да, конечно, верю. Вика хорошая девочка, добрая, и Дима. Ну Дима мужчина. Как бы он, может быть, много кому не нравится, да, что он вот весь такой. Дима нет, он что говорит, то и делает. Надя с Даниэлем, тоже верю в них, но я не знаю, как у них будет за проектом. А вот и мой дружище. Ты красавчик, благодарю. Спасибо, друзья. Если взгляд бывает разный, да, вот что правда, то правда. Это факт. Они такие смешные, Дима с Викой. Но, да, они приколисты. Что мне в них нравится, ребята, они прямолинейные. Запрос. Бен, ну, наверное, будет тормозить, паршивец. Ну, давай попробуем. Чем одного товарища. Дима, дядя, привет. О, блядь.
Не матюгайся в моем эфире. Блин, тут очень громко играет музыка. Я не знаю, как тебя услышать. Где музыка играет? Как вы думаете, кто это, друзья? Как я хорошо, как ты. Что это за гэнстер в очках? Смотрите на него. У меня... Не, все хорошо под очками. Что? Я набухался, старый. Бен бухой, а блин, правильно здесь пишут. Бен бухой. Бен наконец-то набухался, блин. Бен может отдохнуть. Вот и все. Под песо-то полетело, да, да. Сейчас будет жара просто. Бен, давай обратно на проект. Трусь. А? А? Мне говорят, Бен, давай обратно на проект. Это очень хорошая идея. Если так получится, я буду только за. Ну, ты что тебе объясняешь? Ты сам все знаешь. Я тебя не слышу, блядь. Я хочу тебя услышать. Стоп. Русь, так, собрались. Я тебя вижу. Я вижу твой злостный взгляд. Серьезный вид. Давай, пали. Ты мне лучше скажи, когда... Стоп, стоп. Ты мне лучше скажи, когда уже ты построишь отношения... С кем-нибудь. И у меня не получилось. Давай ты. Стоп, смотри. Адриана одна. Я топлю за Адриану. Попробуй с Адрианой. А я буду говорить. Попробуй с Адрианой. Сейчас я в личку тебе. Тебя спалили. Пап, тебя спалили. Попробуй с Адрианой. Меня никто не болел. Ты мне говоришь? Мы все идем. Говори, говори в телефон. Давай, говори. Что говори? Ты глупости. Я тебе в личку напишу, что ты болтаешь. Охинеть. Ты когда в Москву прилетишь, ты можешь... А, ему она не нравится? Тебе? Адриана не нравится? Не, слушай, я тебе честно скажу. Адриана эффектная девушка. А вот и она, Адри! Слушай, ты посмотри на нее, это порнозвезда, блядь. Рус, ты что, гонишь? Порнозвезда, реально. Я думаю, общаюсь с Русланом. Это... Замути с Назаром тебе пишут. Назара нет. Типа. Старый, серьезно. Я тебе реально говорю, попробуй с этой блондой, блядь. Смотри, какая она. Она, посмотри на нее, она вкусная какая. Ё-моё, Русь. Ё-парасоте, ты посмотри, с утюгом, блядь, над тобой. Это, понимаешь, это крепкая женщина. Она сильная, она будет уверенно тащить отношения. Ты что, серьезно? Давай, топи за эту девочку. Старый, я когда-то топил за Оксану, чтобы она с тобой была. Было такое? Было. Спасибо. Оксана уехала, даже игрушка. Я понимаю, но было такое, подожди. Я топил, я, блядь, как мне говорили, там, типа, якобы заговор делаю. Но я в целях сделал того, чтобы, блин, девочка осталась с тобой, чтобы у тебя получились отношения. Давай сейчас, а ты, пожалуйста, с... Попробуй, попробуй, просто попытайся. И все. Хорошо, просто попробуй. Ну, спасибо, блин. Тут видишь, Пончик, мы с тобой вместе были. Адри, знаешь, да, если у тебя с Русланом не получится на проекте, то давай в порнуху иди. Куда, в порно? В порнуху, конечно, ты посмотри на нее, блин, она готовая девочка. Сочная, вкусная. Точно. Ответь на вопрос, Бен. А сейчас вот, короче, смотри свой восторг. Короче, я поехал, погнал дальше двигаться. Я тебе честно скажу, Русь, ты порядочный, нормальный пацан. Давай только, ну, вот, блядь, нормально, разбил только что, блядь. Я, блядь, на сердце рано, все разбил, блядь. Блядь, я все разбил. Бен, смотри на меня на секунду. Здорово. Кому там? Зарядка садится. Как? Здорово. Здорово. Короче, старый, слушай, я тебя обнимаю, обожаю как кента. Давай там, ну, держись, крутись. И я тебе честно скажу, мой совет, попробуй с Адрианом. Попробуй. Я молчу. Все, обнял, поцеловал. Давай, дорогой. Все, на связи. Давай. Завтра зазвонимся нормально, давай. Хорошо, отключаемся. Будь ее спасать. Вот, друзья, это был Бен. Все вы, собственно говоря, и сами все видели. Дорогие мои любимые подписчики и друзья, как бы это смешно ни звучало, но у меня сажается батарейка,
как обычно, и я просто не хочу так резко отключиться. Я хочу, не хочу с вами прощаться. Хочу вам сказать, друзья, спасибо вам огромное, что вы зашли в прямой эфир. Мне очень приятно было с вами пообщаться. Я буду как можно чаще выходить в прямой эфир. Еще раз низкий вам поклон, правда. Всем огромное спасибо. Увидимся в эфирах. Сладких вам снов, хороших выходных, спокойной ночи, друзья. Спасибо вам еще раз. Буду стараться вас радовать. Спасибо, друзья. Всем пока.